Всем привет, это Алекс, добро пожаловать на мой канал «Всего понемногу и немного обо всем». Надеюсь, что каждый из вас найдет здесь что-то интересное для себя. Сегодня я вам хочу рассказать о своей посылочке с сайта Beauty Joint. Я думаю, все вы знаете об этом сайте, много девчонок уже делали обзоры на продукцию с этого сайта, и мне также предложили сотрудничество, предложили прислать мне продукты на ревью. Продукты я выбирала себе сама, и мне было немножечко не по себе, так как сам владелец магазина сказал: выберите то, что вам нравится, и мы вам вышлем. И я не знала, на какую сумму я могу выбрать, какие продукты я могу заказывать. Единственное, что он мне сказал, я не могу заказать продукты NYX, так как они не хотят делать рекламу этой компании. Вот. Ну и я очень давно хотела попробовать продукты, которые здесь даже в Англии у нас купить нельзя, нужно заказывать через интернет. Поэтому я решила, почему бы и нет, если есть такая возможность, то я это сделаю. Написала я немалый список и в конце в письме ему написала, что если я уж такая слишком наглая и попросила слишком много, то вот можете то-то-то мне не присылать. Я была безумно рада, что прислали мне все те продукты, которые я заказала. Спасибо огромное Брайану, владельцу этого магазина. Вначале хочу немножечко сказать о моем отношении к присыланию продуктов на ревью. Я за то, чтобы, как говорила Ирина из Beauty Benefits, то же самое, делать ревью на продукцию, которую предоставляет сама компания-производитель. Но в таком случае, как в этом моем виде, я, как бы, можно сказать, делаю рекламу самому вот этому сервису Beauty Joint, этому сайту, который продает различные марки. Чем мне понравилось это и почему я захотела попробовать этот сервис, это потому что там можно найти продукты, которые, допустим, даже у меня в Лондоне купить невозможно в магазинах, нужно заказывать через интернет. Поэтому я решила воспользоваться такой возможностью. Также я проверила, насколько быстро работает этот сайт, и смогла попробовать продукты, которые давно хотела. Надеюсь, что вы отнесетесь к этому позитивно, вам будет интересно услышать ревью на какие-то продукты, ими я уже практически всеми попользовалась. Так что, если вам интересно, то, пожалуйста, оставайтесь со мной. Пришло все вот в таком вот пакетике, обычный такой, внутри пупырчатая такая целлофановая бумажка, и пришло оно мне довольно быстро. Я написала ему свой список продуктов этому хозяину магазина 11 июня, отправил, и как бы я потеряла с ним связь. Вот это единственное, что мне не понравилось, это то, что я ему написала свой список, и я думала, то ли я ему показалась наглой, что я много заказала, то ли еще что-то, может, он передумал, я не знала, идет мне посылочка или нет. И потом уже на упаковке я увидела, что он выслал мне мою посылочку 21 числа, значит, через 10 дней. И пришло оно мне 26-го. Значит, это, можно сказать, 5 рабочих дней. Очень быстро, пришло на один день быстрее, чем посылка от Sedona Lace. В принципе, мне понравилось, сервис довольно-таки быстрый, не знаю, за сколько доходит в Россию и в другие страны, но ко мне в Лондон дошла за 5 рабочих дней. Итак, давайте сразу приступим. Начну я, наверное, с продуктов для ногтей. Их у меня было больше всего в этот раз. И я очень давно хотела попробовать продукты от Саше, я не знаю, я заказала два продукта, один Саше Плюс, это укрепитель для ногтей, и другой это Сашвит, знаменитая сушка для лака, которую любят практически все бьюти-блогеры. Что хочу сказать, этими продуктами я уже пользовалась. Саше Плюс, вот этот вот, который для укрепления ногтей, он действительно делает ногти более крепкими. Пока я не прошла весь курс, но пока он у меня на ногтях, ногти у меня не ломаются. Как только я его снимаю, то мои ногти опять становятся не слабыми, но готовыми сломаться в любую минуту. Вот так вот выглядит бутылек, совершенно обычный, жидкость довольно жидкая, быстро высыхает на ногтях, очень мне нравится, даже немножко выравнивает поверхность ногтя. Когда пройду полный курс и буду знать, есть ли результаты от него, то обязательно с вами этим поделюсь. Что касается сушки, тот же прозрачный бутылек. Что мне понравилось в нем, это то, что его можно наносить сразу после того, как мы нанесли цветной лак, допустим. Он не размазывает его. Если у вас есть какие-то полосочки или неровности на ногте, то он выровняет вам поверхность и также быстрее его высушит. Действительно быстро сушит лак, мне очень понравилось. И поверхность получается такая как бы зеркальная, такая вот очень глянцевая, не знаю, мне очень нравится. Я не люблю, в принципе, блестящие такие всякие поверхности, но вот какой эффект дает Сашевит, мне, в принципе, очень даже нравится. Дальше продукт, который я тоже очень давно хотела попробовать, почему-то у нас в магазинах я его не видела, хотя у нас продается продукция
Салли Хэнсон. Это вот такая вот штучка для удаления кутикул. Написано, что удаляет кутикулы за 15 секунд. Держала я, конечно, на ногтях дольше, чем 15 секунд. Эффект, мне кажется, такой же, как и от моего самого дешевого средства для кутикул, которое я вам показывала в каком-то видео от польской компании. Но, в принципе, здесь написано, что оно не только убирает кутикулу, но и питает, так как здесь находится алоэ, экстракт, еще что-то. Вот. Я думаю, что когда использую его большое количество, то буду знать, как он действительно действует, но, в принципе, мне понравилось. Он удаляет мои кутикулы, конечно, какую-то кожицу очень сильно огрубевшую он не очень хорошо размягчает, но, в принципе, я результатом довольна. Что еще можно хотеть от такого продукта? И последние два продукта для ногтей — это два лака от China Glaze. Давно я хотела пробовать эту марку, но у нас он, в принципе, стоит дорого, поэтому как-то искала какие-то магазины, на которых можно заказать дешевле. И Beauty Joint как раз собиралась заказывать. Взяла я таких вот два летних лака, они были у меня на ногтях в прошлом видео, если вы помните. Вот, это China Glaze из серии, которые идут с укрепителями для ногтей. В общем, они не только дают вам цвет, но и укрепляют ногти. Эти два бутылёчка по 14 мл. И у меня в оттенке For Audrey, самый знаменитый такой, наверное, их лак. И следующий Flip Flow Fantasy. Когда я смотрела вот этот лак на картинках в интернете, то он был такой более коралловый, но здесь он такой розовато-неоновый какой-то. Покажу вам свотчи на ромашке, хотя вы видели у меня на ногтях. Вот так вот они выглядят, вот зелененький и розовенький. Вот такой вот For Audrey и вот такой вот розовенький. В принципе, очень классные лаки. Мне нравится, как они выглядят на ногтях, как раз для лета, и я очень-очень ими довольна. В них я заметила некое различие. Вот этот вот розовый, он какой-то немножечко более жидкий. Вот этот For Audrey, он густоват, и, в принципе, одного слоя лака достаточно, но в один слой у меня не очень получается его накрасить равномерно, потому что он как-то тянется за собой, и поэтому я наношу два, а чтобы получить супер-пупер эффект, можно нанести и три слоя этого лака. Вот этот он более жидкий, одного его мне недостаточно слоя, поэтому наношу тоже два или три. В принципе, лак держится на ногтях довольно долго. Держался у меня, наверное, дня 4. И я мыла голову, мыла посуду, делала что-то по дому. Но как только я пошла на работу, в первый же день у меня все скололось. И, в общем, не выдерживает ни один лак мою работу официанткой. Но когда я ходила с тем вот маникюром из прошлых видео на работе, все хватали буквально меня за руку и спрашивали, что у тебя на ногтях, какой у тебя прикольный лак. В общем, мне очень понравилась реакция других людей на эти цвета. Так, следующие продукты — это три пары ресничек от компании Ardell. Я думаю, все вы знаете про эту фирму. Считается, что она очень хорошая и профессиональная. Значит, я взяла номер 305 и номер 301. Это такие половинчатые реснички, которые на внешний уголок глаза прикрепляются. Вот, думаю, попробую как-нибудь на день рождения, наверное. Вот, здесь написано, что они 100% из человеческих волос. Вот, я думаю, что они не зря считаются очень хорошими, и когда попробую, то обязательно вам об этом скажу. И также заказала номер, не знаю какой, напишу где-нибудь вот тут, и здесь не написано, что они из человеческих волос, но они такие вот полные, немножко кукольные и довольно-таки длинные. Следующий продукт, который я заказала, я его могу заказать и здесь, в Англии, но все-таки в Америке он стоит дешевле. Это такой вот дуо от Elf, думаю, тоже все о нем знаете. Это такой бронзер и румяна 2 в 1. Здесь есть зеркальце. И вот так вот выглядит. Здесь такая вот защитная пленочка. В общем, сравнивают этот продукт, вот эти румяна с NARS Orgasm и вот эти с бронзером Laguna. Я боялась заказывать сама этот продукт, так как думала, что могут быть выброшены деньги, так как на моей коже не желательно, чтобы были какие-то мерцающие продукты. Вот, и они тоже идут с шиммером, но они такие деликатные. При нанесении вот этот вот розовый и румяна, они становятся такого золотистого оттеночка, и сам бронзер, он тоже эти блестки куда-то
исчезает при растушевке. Сейчас этот продукт у меня находится тоже на лице, как румяна, так и бронзер. В принципе, мне очень даже нравится. Они мягкие, бронзер довольно-таки пигментирован, поэтому его лучше хорошо растушевывать. Румяна, мне кажется, самое то на лето. Они дают такой вот, как я уже сказала, золотой эффект. Очень мне нравится и думаю, буду брать с собой в поездку. Это очень удобно, компактно. Здесь есть и зеркальце, и два продукта, которыми я, в принципе, пользуюсь каждый день. И следующий продукт, наверное, мой самый любимый в этой посылочке. Хотела его очень давно. Это знаменитые тени от компании Wet n Wild. Захотела я их и окончательно решила, что точно их приобрету после видео моей любимой бьюти-блогерши Ники Туториалс. Оставлю ссылочку внизу, она делала макияж с этой палеткой. Так вот она выглядит, здесь 6 оттеночков и называется она Vanity. Номер здесь 249. Очень мне она нравится, безумно классные тени. Тоже у меня сейчас на глазах сделан макияж с этой палеткой. Значит, она так открывается, здесь есть две кисточки, одна спонжик и другая такая как бы угловатая для растушевки. И вот такие вот у него оттеночки. Покажу вам поближе. Вот такие вот здесь две кисточки, одна спонжик и другая такая вот, видите, пушистенькая, вроде как и скошенная для растушевки. Ими пока не пробовала пользоваться, но нужно будет как-нибудь воспользоваться. И вот такие вот здесь оттеночки. Цвета передаются, в принципе, на камере хорошо. Вот с этой стороны находятся три матовых оттенка, и вот здесь шиммерные. Очень красивые оттенки. Сейчас у меня сделан макияж с этими тенями, и был сделан мне макияж с этими тенями в каком-то видео, не помню в каком. Они хорошо пигментированы, они безумно мягкие, шиммер такой деликатный. Могу вам попробовать показать сводчи, хотя они будут на моем блоге. Вот это вот матовые оттеночки. Вот это вот беленький, такой фиолетовый, и этот очень красивый такой коричневый, песочный, я его наношу всегда, чтобы подчеркнуть складку. И покажу вам шиммерные оттеночки, тоже очень красивые, очень пигментированные, такой вот как бы коричнево-бронзовый вот этот, золотистый и такой вот телесный с блесточками. Очень красивые оттенки, мне кажется, действительно, как вот показывала Ники Туториалс, они подходят для выпускного макияжа. Очень я довольна этой палеткой, с удовольствием пользуюсь сейчас каждый день, и выглядят они очень даже хорошо. Держатся на глазах довольно долго, конечно же, с базой, без базы я не хожу, но мой рабочий день, когда я иду на вечер, я делаю макияж с тенями, часов 5-6, даже 7, они выдерживают это точно. Очень хорошо они тушуются, очень мне нравится, я довольна. И спасибо огромное сайту Beauty Joins, что я смогла заказать себе вот эту палеточку. Вот, в принципе, и все. Это были все мои подарочки, так сказать, с этого сайта. Я знаю, что Брайану неважно, сделаю я положительный отзыв или отрицательный. Главное, что все узнают о его сайте. Я не за такую рекламу, конечно же, но... Мне хотелось бы поделиться с вами о том, что я знаю, что есть такой сайт Beauty Join. Действительно, там есть много отличных продуктов, которые вы можете заказать совсем недорого. Это и China Glaze, и Wet n Wild, и NYX там есть, и Elf. Очень такие достойные цены. Конечно же, доставка там не из дешевых, но мне компания Beauty Join предоставила скидку для моих подписчиков на 5%, если вы введете код Watermelon. Внизу я оставлю тоже ссылку на этот сайт, оставлю код, который вы можете ввести. Хочу сказать сразу, что я от этого ничего получать не буду, никакого процента, не беспокойтесь, просто вы получите 5% скидку, я думаю, что хоть какую-то копеечку вы сэкономите. Так что мне этот сайт действительно очень нравится, я думаю, сама буду оттуда что-то заказывать. Большой там арсенал косметики различные, также есть Milani, которая популярна среди американских бьюти-блогеров. Всем спасибо за внимание, это была Алекс, и до встречи в новых видео.